На поле команды «Барс» и «Спартак». Каждый игрок выкладывается по максимуму, чтобы одержать победу. Али Барагунов – нападающий в составе «Барсов». Юноша занимается футболом уже 9 лет и свое будущее хочет непременно связать с профессиональным спортом. К этому турниру мы готовились 2 недели. У нас довольно сильные оппоненты, но мы настроены на победу. За звание «Лучшие» сегодня боролись 4 юношеские футбольные команды – «Сармат», «Чермен», «Спартак» и «Барс». Турнир прошел на стадионе селения Гизель. Мероприятие посвятили памяти бойцов, жителей села, которые погибли в ходе спецоперации. Совет старейших села, мы администрация, вот так подумали. Они у нас 4 – Сахилов, Харебов, Хугаев и Хуреев. Чтобы их знали, собрали сегодня 4 команды, чтобы младшие знали, что вот, чтобы на них равнялись. На трибуне среди болельщиков члены семей погибших военнослужащих. Карина Цагараева, супруга Азамата Харебова. Мужчина служил по контракту 12 лет. Он участвовал в спецоперации с первого дня. Старший прапорщик Харебов обеспечивал подразделение боеприпасами. Боец погиб 9 декабря, подорвавшись на мине. За проявленное мужество награжден медалью за воинскую доблесть и орденом мужества посмертно. Ему было 39 лет. Очень много жизней спас, очень много людей помогал. Вот. И мне очень приятно, что в честь наших погибших ребят организовали турнир, сделали именные награды. Это большая честь. Спасибо всем организаторам, спасибо всем ребятам, которые участвуют, детям, которые все организовывали. И хотелось бы пожелать всем людям, чтобы те, кто ждут своих солдат, отцов, мужей, сыновей, чтобы они вернулись здоровы. Спонсором турнира выступила группа компаний «Бавария». Предприятие регулярно поддерживает различные спортивные мероприятия. Это уже стало доброй традицией. Наше предприятие находится на территории села, и администрация обратилась с такой инициативой провести такой футбольный турнир для ребят, которые сейчас с разных районов республики собрались. И на сегодняшний день мы видим хорошую игру, достойную игру. Я думаю, турнир удастся. А мы со своей стороны, как группа компании «Бавария», всегда поддерживаем спорт, спортсменов. Победители турнира получили кубки и медали с именами героев, которые погибли в спецоперации. Лучшим 3 командам вручили денежные призы. Кроме того, по итогам турнира отметили лучшего игрока, вратаря и нападающего. Алина Хасцаева, Давид Костанов, 15-й регион.